Чтобы узнать, тепло ли будет шымкентцам зимой, депутаты Маслихата приехали на улицу Аскарова, где вовсю кипит работа по замене и ремонту отопительных магистралей. Работой строители народные избранники остались недовольны. Люди жалуются, что по 2-3 месяца дороги остаются перерытыми. Нужно быстрее работать. Недавно возведенная детская площадка в одном из дворов города привела депутатов в шок. Их возмутило бессердечное отношение строителей к детям. Почему перерыли дорогу и даже не прикрыли яму? Тут же дети бегают. Но больше всего критических замечаний было высказано в адрес строителей, возводивших школу имени Спандиара Кобеева. Учебное заведение подготовили к 1 сентября, но строгие проверяющие буквально на каждом шагу находили недостатки. Стены школы уже трещат по швам, не решены проблемы с электричеством, а в спортивном зале перечень претензий к строителям может быть бесконечным. Посмотрите, как тут плитки положили неаккуратно. Куда вы смотрели? Работа некачественная. Почему некачественная? Все нормально, все уже сделано. Осталось только отделочные работы закончить. Скоро все приведем в порядок. Принципиальные депутаты на слово не поверили, а обещали внести эту школу в черный список. Кстати, так будет и со всеми объектами, к ремонту которых отнеслись халатно. Мы теперь будем пристально следить за теми объектами, которые наметили у себя. В некоторых местах, где мы побывали, не успели вовремя закончить работу. А работа строителей оставляет желать лучшего. Все это мы расскажем в отчете акиму области. Народные избранники уверяют, от их зоркого взгляда не ускользнет ни одна ошибка, а те, кто их допустил, понесет строгое наказание.